Вот так. Ладно, вот. Ладно, пойдем. Пойдем, маслица купим. Меня, себя, псину. Псину больше всех. Бери свою псину. Псину больше всех. Таргет ей можно, давай бери. Так, пойдем. У нас уже скоро дети придут, у нас еще ничего не готово. Ты пиццу не заказал? А, нет. Вов, давай прямо сейчас. Давай. Давай. Пепперони, вот эти мягкие штучки, булочки. Кого одна нам да, хватит, одна, да? Двухлитровая там есть. Ну, двушка хватит, она двухлитровая? Двухлитровая, да, и хватит нам. Угу. Палочки вторые скажи. Палочки, да, давай. Очень еще, вкусные. Да. А, вот я палочки заказал, вот это еще возьмем, Crazy Bread. Это фаршированный сыр? Сыром. Угу. Ну, если ты будешь, готов попробуем. Съесть? Ну, слушай, я палочки тоже просто взял просто на ура. А палочки ты заказал вторые, чтобы было две? Да. Ну-ка, проверь заказик. Вот, смотри, пепперони, короче, полностью весь этот комби. Да. Потом Ultimate Supreme твой. Crazy Bread, вот это. Через 17 минут примерно. Ну, здорово. Мы сами туда едем, а delivery у них нет до дома на доставке. И мы едем сами, но сберем уже готовую. Она уже будет готовиться. То есть мы приедем, она уже будет готова. Сколько получилось-то? Через 15 минут будет готова. Сколько получилось денег? $32. $32. Две пиццы, кока-кола, вкусные такие сдобные палочки, какие-то соусы и палочки с сыром. А мы сейчас пойдем в Таргет за маслом или... Да, зачем? Сейчас. Просто у нас подлегло. Да. Ну ладно, все, пойдем тогда за маслом, зайдем быстренько, да. Забежим. Че, милота, пойдем. На этот раз ты не в Petsmart идешь, а в Таргет. Вова, у нее когда прививка-то? Они позвонят. Позвонят? Да. Ой, смотри, Вов, какое черное небо. А, вон там, посмотрите вообще, да? Ну, надо главное успеть сейчас пиццу забрать, чтобы Лиза, потому что она же с мужем не поедет за Машей, правильно? А Маша как дойдет, когда гроза будет? Да, через 50 минут успеем. Сейчас 1:30, Лиза выезжает. Лиза выезжает в 2:20. Ну, должны мы успеть. Ну, в крайнем случае возьмет малышей, не проблема. Там ехать и... Ой, радость. Неважно куда. Главное, куда-то идти. Да, это вот факт. Попила бы, как нормальная собака. Я ругаю. Папа ругается. Папа ругается, да. Папа стал строгим хозяином. Раньше уси-пуси, а сейчас стал строгим-строгим хозяином. Все уже, не забалуешь с папой. Папа задолбался от непослушания и сказал, все, баста. А, так. Ой, ой, господи, а. Зашли с собакой. Так, я взяла чипсы, взяла вот такие вот лейс. Можно 2 за $8 взять. Любые, что ли? Давай вот такие еще возьмем. Окей. Ну и куда я буду остальное складывать теперь? Ладно, все, пойдем, пап, пойдем быстрее. Нам нужно быстрее отпустить Лизу. Вот, вот, Вов, смотри, вот 2 за $8. Я правильно понимаю? Можно и вот это, и вот это. Я Доритос взяла, и вон тот. Вот это вот взяла бы что-нибудь другое лучше. Ой, это самый любимый у детей этот Доритос. Они воняют адски, да. Ну ладно, господи, Вов. Ну раз они любят, они реально ждут, хотят. Ты что, ее отцепить, Вов? Отцепить хочешь? Нет, я просто ее успокаиваю. Поводок не тот ты взял, Вов. Ладно, все, пойдем, пошли, надо быстро все, Вов, делать. А, масло, спрей прямо вот здесь будет слева сейчас. Пойдем. Ой. Масло спрей. Нет. Здесь пойдем. Ой. Ой, да боже ж ты мой, ты не утащишь еще. Ага. Так, давай, папа. Вот, так, вот, Вов, спрейчики. Вот авокадика раз, есть? Вот, да, вот. Вова, авокадо. А, Гэ не берем, это, по-моему, масло Таргета, да? Нет, бренд вот Таргета. Авокадо ойл. Вот это возьми. И... Да. Зачем так много? Потому что у меня и вот это заканчивается. А, бейкинг, да. Постоянно все делают. Вообще, вот, так, вот мне кажется, вот смотри, такое... Вот и такой нет, человек. Вот это вот я хотела взять, Вов. Давай вот это возьмем, она вкусно продается, я хочу его купить каждый раз. Да. Вместо какого-нибудь. Да возьми, мне кажется, все. Ну вот вместо вот этого авокадо ойл. Давай одно, зачем нам два? А потом в Костко вот такие вот два будем брать в упаковке. Да? Да. А вот смотри, есть еще, давай возьмем оливковое. Да, а ты какое второе взял, вон там желтое? Это просто обыкновенное. Вот, желтое, которое... Обыкновенное, для яичницы. А, баттер? Да. Так, все, горшочек быстренько пластиковый нам нужно взять. Пойдем. Помидорку мою посадить. Да, у нас с собакой гулять одно удовольствие.
Да господи, да. Так, одну конфетку. Да, очень вкусные конфеты. Так, горшок, Вов, ты знаешь, они вот здесь прям с краю стояли. Самые-самые простые. Конечно. Ну нет, я его не выкину. Они тут нормальные были. Классные рюкзачки. Так, вот здесь вот прям стояли в прошлый раз. Вот землица. А где горшки? А что это? Это керамические. Зачем он нужен? Там пластиковые тоже есть. Вон они, по-моему, да? Вот они есть. Вот этот, причем видишь, он внизу еще. Вот этот потом останется. Да, вот. Да, он да. Он вот, который внизу, очень да, удобный. Да, у меня такой под пальмой. Да, вот такой вот стоит покупала. Белый. Да, на, ты держи. Же покупал. Давай. Слушай, он маленький. Или хватит помидорки, да? Хватит для помидорки. Может, белый, слушай, есть маленький белый? Белый потом он будет весь зачуханенный, капец. Вот есть серый, будешь побольше. Ладно? Нет, у меня просто один белый стоит, я бы хотела, чтобы они были одинаковые. Ну, давай белый, давай. $6? А что так дорого? Кусок пластика. Ну, он с паильником, видишь? Ну, что? Надо внизу чашку сливать. А вон белый за ним стоит, он в конце. Вот за ним, да. Давай, я хочу, чтобы они одинаковые просто были. Угу. Давай беленький. Не очень практично, но. Все, давай. Зато... Давай, у тебя не тяжело, Аня? Да нет, с собакой справляюсь уже, я донесу. У тебя там просто все чипсы, да, там все легкое. Ой, есть такие же большие. Да, тут легкое все. Смотрите, какая кадушка. Поехали. Все, мы быстренько сегодня. Прям у нас такая закупочка, прям раз, два и готово. Мне главное, чтобы она у меня не настала. Ну, это же не страшно. Не страшно, но не хотелось. Не хотелось бы, да. Спортивная одежда. Для мамы с папой и для малыша. Все, пойдем, в один цвет. Игрушку вот эту куплю, пойдем. Да, блин, ну, Вов. Вот какую-нибудь маленькую. Пойдем. Ну, у нее игрушек навалом, так, Вов. Какой-нибудь. Тогда пусть она сама выберет. Во, да, вот эту он... вот этого ленивца. Нет, это да. Все. Да, она раздирает его прям за один. Да лет. Ничего вот, она не раздирает. Вот, возьми вот грызть вот такой вот косточки есть. Вот такой грызть. Вот. Ну, это неинтересно. Вот. Вон, смотри, какие есть. Ой, вот жесть. Косточка есть хорошая, вот, вот. Ай, блядь, что-то. Вон кость валяется, он синий, посмотри. Да, пойдем. Вот это прикольная штука. На. Пойдем, пойдем. Вов, у нее столько костей настоящих. Ты думаешь, она настоящую кость променяет на резиновую? Она же не такая дура. Да, мила? Ты же умная собака. Вов, надо игрушку, а не косточку. Я взял игрушку. Там он, четверо. И тележка. Видите, какая детская, удобная. Мы на такой же наш возили. Такие есть в Таргете, такие есть очень удобные в Пабликсе. Специально для деток. Для двоих прям деток. Социализировать надо собаку. Что за дикая собака? А, вон кто-то уже нагадил. Ага, ох, сейчас бы поваляться, да, Мелани? Да ладно, стой, что ты переживаешь? Там жарко на улице, Вов. Так, ладно, я пошла. Ой, точно, давай свою кость сюда. На кассу макую. Да этот, они пустые. Все-таки на такой кассе у меня ушло 30 секунд. Чем на кассе самообслуживания, я сейчас буду там тупить минут 10. Итак, у меня все это вышло на $41. Выходим. Где там наш папа? Вон они. Сидят, маму ждут. На самообслуживание можно тупить очень долго. Я вот на это зашла, ты знаешь, вот сколько у меня? Секунд 30 заняло, наверное. Она мне раз быстренько все понакидала, упаковала, посчитала. Все. А так душненько, да? Душненько. Смотри, какая бэшечка. Да, как это ты мимо прошел, не заценил? Да, я уже 10 раз заценил. Да? Стоял, что ты стоишь? Толку плакать возле ее бампера тут сидит. Это любимая марка папы. Он ездил практически всегда только на BMW. Так, и где наша машинка? Пойдем, потерял. Ой, Виньер, смотри, Вов, машина с района, где детская площадка. Помните, мы вам снимали? Это вот такой район, и у них почему-то он как специально, что ли, это поставил, табличку впереди машины. Что, он живет в этом районе, наверное? Смотри, как она сейчас в машину будет прыгать. Вообще, да я знаю, как она прыгает в машину. Она просто... Скоро она будет еще машину царапать. Пустите меня в машину. Да, мила? Сразу видно, что у людей есть собака, у них машины расцарапаны.
И внутри, и снаружи. Бегом, бегом. А, что такое в машине? Безопасно. Что? Заводи скорее, обжарка. Ой, сейчас я в багажник все кину. Я все забываю, что у нас собака с нами. Пока мы будем пиццу везти, она с ума сойдет просто. Да нет, Вов. Может, ее завести домой? Да, Вов, мы не успеем. Поехали, пожалуйста, быстрее уже. Она полежит, поспит уже с нами. Взяли уже, давай таскаться с ней. Такая вот у нас закупочка сегодня. Еще у меня там кимчи в ногах. Сейчас будет пицца. Пицца, пицца. Поехали. Мне кажется, ей нужно газон на шину выглядеть. Она должна уже пописать. Подойдет. Она сейчас ляжет спать. Не переживай. Смотрите, опять нас накрывает. Сейчас, видимо, дождь пойдет. Вот с той стороны голубое небо. С одной стороны, небо, причем, да. Вот там, кстати, сторона океан. И там, скорее всего, люди загорают, вялятся на пляже. А вот потом вот так оборачиваешься, а к тебе идут, ага, тучи. Это точно, да. Вот такие, так, вот, ну что, мы снова отъезжаем от дома. Ага. Смотри, вот вся сторона темная. Отъезжаем от дома, едем за пиццей. Занести все это, завести Милашу. Да, ничего страшного. Ты же сам был инициатором взять ее с собой. Ну да, но просто ее надо выводить, а я ожидал, что она выйдет и где-нибудь писнет, а она нифига. Вовка, она сейчас ляжет, у нее глаза прям закатываются. Она, да, прям она спать спит. Хочет. Ой, она их еле открывает вообще. Ой, бедная, как ребенок. Сидит и до последнего держится, пока они сами у нее не закроются. Да столько... Ой, кошмар, даже зрачки уже не видно. Да все, упала. Да столько ляжет. И опять вы куда-то приехали, опять надо подниматься. Но за пиццей не будем ее поднимать. И радоваться всему. За пиццей просто забежишь, ну, да, наверное, да? Сколько автобусов, интересно. Школьный, что ли? Ну, это странный, такой тоже экскурсионный, по-моему. Большая плаза. Паблик. Да, какой-то паблик. Ага, вид, я даже необычный. Пока надпись не прочитала, не удостоверилась, не говорила. Даже смотрю, паблик спит. Необычный, да. Так, и вот Литл Цезарь. Ты, наверное, один взбегаешь, да? Да, и ты... не будем с собакой выходить, да? Ты, да. Ну, держи, давай. Шоколадная, шоколадство. Ну, что она? Где она там? Вон она. Давай, папа. Не на месте. Донесешь? Да, конечно. Милочка. Милочку пришло. Папу потеряла. Сейчас придет папа. Сейчас придет. Сейчас придет папа. Не переживай. Моя мамечка. Спишь. Сейчас придет папа. Сейчас придет папа. Сейчас придет. Не надо, не надо маму вылизывать. Это к папе. Сейчас, сейчас. Посиди, посиди. Куда же ты, господи? Все, садись, посиди, сейчас придет папа. Сейчас, сейчас, мама. Не вздумай, ой, не вздумай, Лена. Ой, Вовик, да. Че, Вовик, она сейчас она не прыгнет, не прыгнет. Легко, вообще. Мила, Мила, иди сюда, сейчас за хвост тебя схвачу. Для нее это просто Мила. Даже ой, радуется, ой, радуется. Папа пришел, папа. Иди сюда, иди. Сейчас он придет сюда. Иди сюда. Мила. Мила, 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 стой. Стой. Держу за хвост. Ой, запахло как. Да, я говорю, сейчас Милашка начнет. Нет, она тебе радуется. Ну, мне и пицца. А папа с пиццей это в два раза больше радости. Все, поехали домой уже. Машка сейчас придет со школы, потом Лева, Лиза и малыши. Все обрадуются в пицце. Никто ее не ждет. Я думаю, что все будут рады вообще. Разлеглась тут. Так, мы едем. Смотрите, уже как все черно, черно. Вот этот трак меньше, чем... Нет, ну где он меньше? Больше. Поехали желтые автобусы, уже обед.
школы некоторые уже старшие, как правило. Школа раньше всех заканчивает. Вот 2:15, старшая школа закончили. Возможно, даже мы успеем Машу забрать. Не, ну Лиза едет за ней. Лиза заберет с малышами. И поехали. Город окрашивается в желтый цвет просто. Вот примерно с двух, даже с полвторого. Желтая река. Ага. Белая река. Да? Ты про ДДТ? Ну так я просто говорил, что у нас-то желтая река. Ну какая желтая? Да, и смотри, так примерно часов до 4. Серая, черная сзади. Ой, даже куда больше. Прям, часов до 5 будет там город желтый весь. Люва только приезжает 4:30. Да, все черное вообще просто капец. Главное, 45 разрешенный. Я уже сейчас разогнался до 59. А почему ты нарушаешь? И они все меня обгоняют просто. Угу. Капец. Я не нарушаю, ну, просто, да, я нарушаю. То есть, как все, так и ты, что ли? Все, я сбрасываю. Все прыгнут с 9 этажа, и ты прыгнешь? Нет, нет, ни за что. Как нас любили этой фразой мучить. Я индивидуален. Дождик идет, мы уже поднимаемся наверх. Не открываю сразу, да? Багажник? Да. Я думаю, я только с кимчи зайду. Тогда ты собакой кимчи. Выйду, подожди. Собака, собака так, спит. Иди сюда. Да, прям вон она вот. Ты гуляешь? О, какой дождь! Да! О, Милаша, ты как? Ну там навес, я тебя открыл специально сразу. Где навес? Ну где навес? А, где багажник? Ну ладно, все страшно. Выгуливай, конечно. Так. Кимчи. Ой, дождик здесь хороший. Здесь, знаете, не замораешься. Чистый. А вы, что? Дверь открыл. Я? А, ты открыл. Ульки пошла. Вов, ты по траве, по земле не ходи с ней. А, где же она тогда все делает, да? Какого парка? А, у него, он, скорее всего, работает, Вов, на вот этой вот какой-то штуке. У него вечно краска там выливается. Да, новый автомобиль, у него там краска просто. Так, я все взяла. Но он работает, Вов. Это работа, как сейчас. Ну, у него реально, у него так всегда, да. Вот так видите, какая машина вся залита краской. Слушай, а он же здесь живет, я так понимаю, да? Нет, он все красиво. Мы просто его постоянно видим. А что стоим? Кого ждем? Иди выгуливайся. Кого? Здесь дождь скорее не капает. Ты что, дура, так, дай-ка что ли? Дай-ка я отнесу. Под козырек такая стала. Ой, господи. Хорошо, что здесь в тапках. А что она за мной идет? Пусть гуляет. Она не хочет мокнуть, она такая же, как мы. Она понимает, ну нет уж, пусть плохо мокнет. Ладно, тебя лабрадоры все любят. Мокрость. Заходи. Ну, Милашка, не висела, ты чего? Мила, иди гуляй. Пойдем погуляем. Пришла, пойдем погуляем. Лена. Вов, давай, тащи ее гулять. Оставь мне просто здесь. У меня еще пицца там. Поехали. А кимчи мою не уроните, пожалуйста. Пиццу у меня заберите из рук. Сейчас заберу. А, из рук. Привет, Лиз, давай помогай. Не снимай. Давай все, мы пиццу купили. Ты забрала Машу? Да приходит, я брала на телефон, то что типа Цезарь. Держи. А, да, верно, держи. Занеси, пожалуйста, я не могу. Давай все, поднимай. Нет, с Цезарсем. Все. Где пицца? Ты сказала, возьмите, у меня из рук мясо. У меня все, она пописала, можно пустить. А, ну давай. Пакеты вам разгрызем. Да, Маша, фу. Вов, ты еще в тапках сходи. Маша, ну пускай Маша свистнет, она просто сейчас кинет по бельму. Она просто поднимется, ничего, зачем свистеть.
Она не поднимется, сейчас будет грызть пакеты. Поднимется, поднимется. Она уже нагулялась, набесилась. Да, милашка? Давай, иди уже. Мила! Мила, иди сюда! Иди сюда! Мила! Ко мне! Давай. Давай, она, видимо, еще, может, давай. Не погуляла нормально. Не знаю. Так, я наверх. Девочка, нет, как у тебя дела? Как ты хоть не промокла, Маська? Так. Ой, ей косточку сразу давай дадим. Надо отрезать. Маша, отрежь косточку. Что такое, милашка? Косточка. Что это такое? Где мой кот? О, как темно. Конечно, в 2 часа у нее кормежка. Так, что ты можешь делать-то? Так, поможете мне? А, нет, помогать не надо разбирать, просто кушайте. Вау, ребята, посмотрите, какая пицца с грибами, с перчиком, с колбаской и вторая чисто пепперони. Просто пепперони. Будешь, Лиз? Давай, бери. А вот это там эти булочки, помнишь, эти мягкие? Там одни с сыром, а одни... Развяжи, пожалуйста, вот эти две руки. Одни с сыром, одни просто. И соусы. О, господи, сколько соусов-то. Прекрасно. Вот гарлик. А гарликов сколько? 2, наверное, если 2 пиццы. Слушайте, ну это куда вообще столько? Может, папа дополнительно взял? А гарлик один всего дали. Там написано? 2 обычные и одни сырные. Ой, горяченькие какие. Не знаю, где написано. Посмотри. Да просто распакуй, разберемся. Так. Ты с консервой? Да. Угу. Ну все, выбрасываем. Кто, Лиза, ненавидит, как пахнут консервы, а я обожаю, как пахнут консервы. Так, у меня уже овощи готовы, сейчас буду делать оливьешечку. Да, Маш, ну разгрызет, господи, это, а. Милаш. Лиза ненавидит. Лиз, включи людницу, пожалуйста, мне. Или не, не доехали, не доехали. Маш, Маш, I'm so sorry за вчера. Да. На меня наорали. Да, да. Еще одна причина. Apologize и так далее. В общем, Маш, там реально были пельмени. Декализок забрал, чтобы мышь не намок по дороге. Тебя хотели бросить, между прочим. Да, Лиза, кстати, не собиралась. Что произошло? Ты она ж не расскажет, что с нами. А я рассказала, папа знает. А, на камеру? Да, камеру. Я крик вчера подняла на Машу и на Леву, что они у меня плохо ели пельмени. Нет, именно на Машу. На Машу, да, на Машу. Да, а оказалось, пельмени, короче, были с этим ягненок. Привет! Ты что прилёжишь, сказала? На меня весь час орали. Давай. По тому, что я 16 лет не знаю. Ну, дай конец, сначала кушать, сначала пицца. Подожди, сначала пицца. Господи, Лавр, сейчас. Тише. Маш, пожалуйста, одень вот это, Лаврик просит. Чипсы потом. Сначала пошли эти кушать, палочки. Пойдем покажу. Ой, я забыла пельмени закинуть. Так, ребят, дайте я уберу. В общем, а эти ты будешь. Сибирские и обычные. С ними происходят вот такие вот вещи. Сейчас, котенок. Вот такие вещи. Боже, как она. Подожди, тише. Посмотри, посмотри. Сейчас дам, посмотри. Конечно, сейчас дам. Да. Сейчас не надо, все пойдет нормально. Застряла. Это вот как я кто не поняла, как она там. Ну как, просунула бошку и все, что. Ну это надо за кошкой было бежать, как минимум. Нет, сначала вы будете кушать пиццу, пошлите. Пойдемте, быстро за стол, бегом. Лен, пожалуйста, не давай сейчас пиццу все. Нет, конечно, сначала кушать. Лиза, пожалуйста, дай им палочки вот эти вкусные. Лиз, сели. Пожалуйста, добрая моя девочка, маленькая. Оп. Давай, Лиз, я детям тихо. Я, знаешь, удивляюсь вообще, кто нас смотрит вообще, я не знаю, нашу семейку. Маш, это с сыром. Обычный дайте детям, пожалуйста. Да, и вон у него мешок, я ему открыла. Все. Все. Пиццу. Пиццу, да, кушать. А, саму пиццу? Подожди, а вот это с чем? Давай, сыром можем взять. Лиз, вот это с сыром или нет? Мама, это обычный. Это обычный, Настя. Сейчас сначала съешь палочку вот эту, я тебе сейчас пиццу порежу. А, она уже отрезанная.
Бери, бери. Нет, она не горячая, бери. Ну, лаврик же держит, Кать. Вкусно, реально? Никто не будет? Да, будешь. Катюш, возьми палочку, как лавруша, это вкусно. Так, вкусно? Кать, бери, кушай. Кушай. Ну, Кать, ну лаврик же как-то держит. Не понравилось с сыром? А какой сыр там? Нет, чипсы ты не получишь, пока не поешь. Ешь. Кать, ешь быстрее. Маш, давай себе косточку. Она поела уже? Если ты будешь ныть, я заберу игрушки. Нет. А что ты ноешь тогда? Кать, ну никому не горячо, только тебе горячо. Смотри, лаврик уже. Ну да, Катя, у нас нытик еще тот. Давай, ешь. У тебя что с утра до вечера? Это же твоя копия, Лиз, что ты удивляешься? Абсолютная причем во всех отношениях. Ешь, ешь, давай, ешь. Ну, вкусно? Вот, вот. Узнаешь себя, Лизочек? Он походу лагаться. Не понял, где виски присутствует. Собака сожрет мой провод. Мазечка мой. А еще глаза вот такие. Спал? Ты спал? Малыш, ты спал? Мой сладкий. Иди, милочка, иди. Господи, с морды течет. Смотрите, какое дождище там хлещет. Дети скрылись в комнате, играют. Взяли тут свои чипсы. Вообще, да? Мама, вот это мама, дождь. Мама, я пошла на балконе, посмотрю, что у меня там творится. Вовка! А на балконе-то там, наверное, вообще пипец. А что там надо? Ничего не цветы мои. Нет, в принципе, не так все плохо, но, понятное дело, все мокро. Это мокро, это неплохо. А вот диффенбахия моя. Ну, он, видите, заливает. У нас сейчас будет весь ковер мокрый. Правда, быстро высохнет. Ну, ладно, пусть она там стоит. Не буду ее уже трогать. И тебя тоже тогда подвину. Смотрите, какая погода. Вот такой вот ливень. Сейчас закончится скоро. Вон у меня уже листиков сколько. Вот еще один лист вылез. Чего надо? Не надо, не выходи. Мейсон! Пойдем отсюда. Ага, сам такой назад, задний ход. Испугался? Пойдем, пошли. Нет, нельзя на балкон, нельзя. Айпэд? На, возьми. Держи. А, так, друзья, кто не видел прошлый влог, вот такая вот у нас закупочка. Мы ездили за маслом для баклажан. Вот такое вот взяли еще обычное, взяли для выпечки и это что? И оливковое. Это масло спрей, это все спрей. А, чипсы, конфеты. Маш! Да. Машкины любимые. А, дальше, вот такие вот грибы в азиатском магазине. Приготовить с ним что-нибудь хочу. Так, очаковский квас из русского магазина. Вот такой вот рис из азиатского магазина. Очень хочу попробовать. Что? За собой никто не берет. Подожди, мы еще с папой не ели. Кимчи, конечно же, кимчи. Нет, я пойду тоже поем сейчас с кока-колой. Так, вот такие вот супчики мои любимые. Маша, вот эти супчики вкусные. Я просто точно знаю, что они вкусные. Так, и овощи у меня на оливье. Я уж не знаю даже, когда я до баклажан-то доберусь. Детская школа уже была, Лару. Потому что эти молнии были, поэтому там уже тревога, вот это все. И нам водитель так говорит, типа, вы будете в этом автобусе сейф. Безопасности? До безопасности, пока вы не будете прикасаться к металлу. Я такая, спасибо, ваш совет, как бы у тебя автобус весь из металла сделан, так, на секундочку. Там реально все. Ну, они переживают за вашу безопасность. Ну, от окон, говорят, там отходить. Ну, да, молния. Еще вот забыла показать горшок. Горшок вот такой для помидорки. Для вон той. Вон она стоит, идет. Так, мы с папой пошли покушаем пиццу. Пойдем с нами. Что ты так швыряешь-то? Тряпочка. Он как тряпочка, реально. Другой соус. А есть там другой соус? Какие-то одинаковые стоят. А сырные палочки все съели. Маша сказала, что обалденно вкусные. Вот. В общем, их не осталось. Доченька моя Будур его нашла и тут же съела. Съел? Ну, нет. Чуть-чуть Дарлик. Оставила старику отцу. Какие моя девочка делать? Так, все, приятного аппетита. Я палочку. Это пепперони. Я вон ту хочу. Мы в школе. А что тебе в школе-то дождь? Помнишь, когда мы уходим, он такой,
школу. Так, Маш, не пропусти эту. Да она здесь вот стоит. Как это сказать? Передвижной завод по производству какашек. Вот все это говорят, я всегда такая... Меня отвратительно, как он себя ведет. Он даже, он слишком много дает всего. Я прям такая, типа, too much, too much. Пока что они сделали так, что Стефан... Специально в начале пока что, чтобы мы влюбили Стефана, чтобы потом я охренела от того, что Дэймон вот так машет. Дэймон? Oh my lord! Пока что Дэймон здесь так себе, в начале Дэймон так себе. Дэймон так себе в начале вообще. Очень классный фильм, я его частями видела, но Лиза говорит Маше, что она не справится, он очень длинный, и она говорит, даже один сезон не досмотрит. Я считаю, что досмотрит, потому что целое лето впереди, она досмотрит. Так, у нас уже пришел Лёва со школы, уже поел. Это немножко палочек осталось. Машка тут пошла Милку выгуливать, Машка тут доедает эти палочки. Пиццу съели одну почти полностью. Вот эти вот два кусочка осталось, это вот мне она нравится, пицца. Лёва пришел, наелся пепперони со школы, наелся, взял свои чипсы и пошел в комнату. Ну а что, вкусно и полезно.